За эти 6 лет я знаю людей абсолютно разумных, адекватных, знающих историю, которые за эти 6 лет изменились немножко в худшую сторону, а может быть даже и сильно. Почему? Потому что это есть закон выживания. Мы не должны быть слишком строги. Попробуйте пожить в 21 веке в условиях 30-х годов прошлого века, в условиях ГУЛАГа, когда быть инакомыслящим равнозначно подписать себе смертный приговор. Люди ради выживания приспосабливаются. Но уберите облучатель, уберіть сторону агресора, якщо її угол зрення зміниться внутрішньо. Ну, прибрати, якщо простим словом, пропаганду. Якщо ні, пропаганда одна із составляющих. Уберіть інтерес геополітичний. Mm-hmm. Вот это главное.